Сочинение по картине «Взятие снежного городка» Василия Сурикова. К работе над картиной «Взятие снежного городка» Василий Суриков приступил в родном ему Красноярске, куда он приехал на несколько месяцев после смерти жены. Жанр своего живописного творения художник определял как бытовой. Однако современные искусствоведы отмечают: «Взятие снежного городка» – игровая имитация покорения Сибири Ермаком. Поэтому картину следует относить к историческому жанру. Выставленное в 1891 году полотно получило несколько наград в России и Европе, после чего было выкуплено в коллекцию Русского музея. Сюжет картины посвящен старинной забаве потомков сибирского казачества. В последние дни зимы на Масленицу из снега и льда строились стены и ворота между ними. Пешая молодежь вооружалась прутьями, палками и снежками и вставала на защиту городка. Конники стремились прорваться сквозь толпу и разрушить строение. Решающий момент штурма снежной крепости запечатлен на картине. Возбужденный всадник наносит кулачный удар по фигуре, венчающей стену, а его разъяренный конь грудью прошибает снеговое укрепление. Защитники, вооруженные березовыми хворостинами, хлещут нападающих. Празднично одетые зрители приветствуют победителей. Персонажи, с фотографической точностью изображенные художником, увлеченные радостно следят за игрой. При ближайшем рассмотрении можно заметить самые тонкие оттенки чувств на лицах зрителей и участников забавы. Но стоит взглянуть на картину в целом, и впечатление безудержного веселья исчезает. Лицо всадника приобретает недоброе выражение. Конский оскал становится зловещим. Вместе они превращаются в темную силу, разрушающую хрупкую белизну рукотворной постройки. Черный фон цветастого ковра, укрывающего сани с богато одетыми женщинами, выглядит не случайным. Яркие пятна цветных одежд режут глаз, а пасмурное небо в той стороне, куда скачет разрушитель снежного городка, встречает его сгущающимся мраком. Двойственность впечатлений, производимых картиной, и делает полотно шедевром. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.